Махинации с квартирами, возбуждены новые уголовные дела в отношении жителя Махачкалы. Его обвиняют в мошенничестве. Сотрудники Следственного комитета в ходе расследования всех обстоятельств произошедшего установили еще три эпизода преступной деятельности мужчины. Напомню, с декабря 2017 по октябрь 2020 года обвиняемый, представляясь сотрудником администрации Махачкалы, мошенническим путем реализовал квартиры более чем 15 гражданам, чем причинил им ущерб в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела выявлены еще три эпизода преступной деятельности Махдиева при реализации муниципальных квартир троим местным жителям, у которых он обманным путем похитил денежные средства в сумме от 450 тысяч до 2 миллионов рублей. В настоящее время проводят следственные действия, направленные на установление всех потерпевших от противоправных действий Махдиева. Расследование уголовного дела продолжается.